2-3-этажных домов сливается. И вот с этих многоэтажных коттеджей. Живописные ручьи обнаружила природоохранная прокуратура в селе Захарово этой весной. Что вода мутная и от нее идет неприятный запах, неудивительно. Как выяснилось, это канализационные стоки. Это прямая угроза благополучия наших граждан в связи с тем, что данные стоки протекали вдоль и непосредственно в близости от школьных и дошкольных учреждений села Захарово и подвергали наших граждан реальной опасности заражения тех или иными заболеваниями. Стоки, поступающие в накопительные емкости, должны были вывозиться и утилизироваться, но этого почему-то сделано не было. Емкости накопительные были разрушены, вода без очистки, сточная вода без очистки проникала за пределы этих емкостей и по рельефу местности стекала за пределы данного населенного пункта. Причем это были, как я уже сказал, не единичные факты. В связи с этим прокуратурой были приняты меры прокурорского реагирования. После вмешательства природоохранной прокуратуры главой был заключен муниципальный контракт на ремонт канализации по улице Школьная. Его сумма более 93 500 рублей. Еще одна проверка показала, предусмотренные работы выполнены, однако в установленные сроки оплата не произведена. За это нарушение природоохранным прокурором в отношении главы района вынесено постановление о возбуждении административного производства. Чиновника привлекли к административной ответственности. Ему был назначен штраф в размере 30 000 рублей. Денис Ляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».